Администрация городского округа проводит тематические встречи для химчан всех возрастов. Сегодня жители микрорайона Сходня встретились с коучем Евгением Матвеевым. Специалист рассказал, как справиться со стрессом, быстро принимать решения и контролировать свои эмоции, а также показал несколько полезных упражнений. Положите одну руку на грудь, другую на живот. Для себя. Неважно, правую или левую, это совершенно не важно. Вот, и сделайте, пожалуйста, от души, опять же, для себя, несколько глубоких вдохов и выдохов. Такое упражнение помогает снять напряжение, охладить голову и успокоиться. Также жители научились снимать мышечную зажатость. Сначала надо напрячь все тело, а после выдохнуть. Все упражнения делать по одной минуте. Вот попробуйте сейчас только без фанатизма поднять мои руки. Вот, подержали, опускаем, отлично. Провести время с пользой можете и вы. Полная афиша тематических встреч на сайте администрации Химок.